сталкиваюсь с актерами, то значит, его надо обезоружить, то есть очистить от пыли жизненной. Это простые приемы, как через внимание, через сосредоточение, через... Это простые актерские приемы, которые применяются всегда и каждый раз. И исследуешь его уже в тишине. Хорошо было бы, чтобы было уютно, как у Эфроса в репетициях, я помню. У него было светло, уютно, чисто. Такой вот, в этой атмосфере рассматривать человека. Такая лаборатория, такое было у него, создавал Эфрос всегда. И я, поскольку я считал и был потом и знаком с ним, и считал его, и считаю до сих пор и своим учителем. Вот это изучение этих цветов человека. Какой цвет, какой запах, какие извилины, какие морщины, какой волос, какой запах. То есть неторопливость. Неторопливость и никакого характера, а человека. Человек. Характер. Да? Я скажу характер, и вдруг он, да, поймет. Нет, я не знаю, какой характер. Я не знаю. Я себя не знаю. Как же можем так сразу определить, вот этот характер такой? Нет, отбросим характер. Не пустим его в репетиционный зал. Закроем дверь. И будем не будем говорить про характер, а будем про человека, поступки, его мысли, его высказывания, его движения, его желания, его мечта, его беды, его тайны разгадать мысли и боль. А характер стучится в это время нам в дверь. Кто там? Я характер пришел. Характер, я пришел. Пустите, я помогу вам. Он потом появится. Я подскажу. Он потом появится. Он потом, но я его не пускаю. Не пускаю его потом. Конфликта не пускаю в дверь. Знаете, как... И вот конфликт и характер, они за дверьми. И когда уже я не пускаю, они сголодались, они уже умирающие. Ну, потом открываю дверь. Заходите. Они уже не заходят, а просто падают в рецензал. Говорят, я характер. Я вам помогу. Подскажу, что играть. И что... Говорю, нет, спасибо. Вот сейчас подсказал, вот только столько у тебя сил есть. Я до какой-то грани дохожу познания человека. Дальше я не могу, не смею. Все распознать, все сказать, это было бы неверно. Дальше остается тайна. Дальше остается тайна, полагаясь на силу, мягкую силу театра, который он больше разъяснит. Вот этот чудный вечер, вот эта коробка темная, театральная, это зритель, это свет, он продолжит наши желания. И я знаю, что в этих галереях, галерках называемых, галереях вокруг сцены, там ангелы живут, они наблюдают за нашей игрою.